Вот мы входим в нашу музыкальную комнату. Ее называют все музыкальной, но она меньше похожа на музыкальную. Мы ее называем молитвенная комната. Вот здесь сильный резонанс происходит. Вот оно, место силы. Ой, хорошо бы здесь пожить месяцишку, да канальчик начитать. Ну, какая красота. Это, как обычно, вид из окна очень красив и поразителен. Вот наши пейзажи. Здесь, очевидно, водичка была, накапливали, да, видно. Угу. Сбегала сверху. О, окошки были. Триамбакам яджамахам. Ты чё? Ну вот. Тишина и спокойствие. Город пуст. Да, когда-то это было густонаселенное место. Много домов. О, синички летают. Вот у нас... Это уже конечная точка нашего похода. Мы сейчас будем спускаться вниз, да? Да. Вот смотри, какой закат красивый. Закат шикарный. Я вас снимаю. Место чудное. Здесь можно целый день провести, ходить по вот этим древним улочкам, насыщаться вот этой историей и получать знания. А энергетика? А энергетика какая мощнейшая. Энергетику, она веками здесь накоплена. Да. Как слоеный пирог всеми людьми, которые здесь жили. И молились на этих местах. Да. Эти до сих пор сохранились вот эти вот черепица старая. Камушек отсюда мы привозили. Города. Еще один привезем. Угу. Время собирать камни. Слушай, красиво. И самолет. Да. Мы на северные ворота не будем выходить. Не, не будем. Мы сразу сейчас пойдем вниз и идем на монастырь. Там еще пару кадров сделаем. Здесь место есть удивительное, когда выходишь за северные ворота. И сразу за воротами, как амфитеатр из камней, из глыб высеченный. И там были как народные собрания, такое происходило. Но с этого места, с одного места, видно три города. Угу. Бахчисарай, Севастополь. Ну, Севастополь, он вот так находится, на вытянутую часть, руку мою, да, вот так. Да. Бахчисарай вот здесь, вот у подножия нашего. И вот так вот Симферополь туда, а? Да. И шары да, на вот Айпетре, видно, да, да. На плато. Да. Вот такое удивительное место. Так что стратегически город был очень важен. А вот и Галюся на вратах городских. Галя, помаши нам ручкой. Как же ты туда забралась? Сейчас найдем. Уже наверх. И город сверху. Улица сверху. Иду. А, ты солнце в ладонях держишь? О, классные вот съемки. Это вообще, Коля, это просто. Ой, не могу поймать. Давай, давай, давай. Я тоже держу солнышко. Вот, 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 вот. Ну все уже, мне пора. Давай, я уже тоже хочу солнце поднять. Да, давай. А то солнце спрячется. Не, оно еще не спрячется. Красиво. Давай, следующий. Ну вообще. Вот, вот. Делаем классные кадры. Виталя. Да, иди сюда. Да, вот так. Руки давай. Так. Ты ж не забывай, что он стоит на верхотуре. Ловим солнышко в руках. Здесь
Ну-ка. Ловим кадры. Володя. Володя нас снимает снизу. Видите, как сверху видно весь городок, городище. И вот такими тропами, вот где Ольга идет, мы сюда забрались. Галя, ты что, вселенную держит? Не могу. Виталя, осторожно, на обрыве стоишь. Да, высоковастенько. И учитывая, что здесь даже не асфальт, а камни, страшноватенько. Каждый снимает друг за... Вид на восточную сторону. Посмотрите, как красиво. Здесь мы рядом ходили по маршруту, по этой дороге вниз и на Читердах, на Ялту потом. И дальше на Ялту. Вот так. Пожалуйста, я очень прошу. Чуть не упал. Вот как здесь красиво. Посмотрите и любуйтесь, ребятки. Ой, красота. Летать охота. Хочется летать. Читердак вдалеке, не знаю, на эта камера трудно возьмет, наверное. Но... Простор. Дети галдят, нарушают тишину. Но без них тоже нельзя. Суета этого мира тоже порой прекрасна. Что-то я заговорил философски. Да. А где наши? Наши идет, вон Володя показался. Мне скоро телефон взяли. У меня еще 18%, но все, телефон скоро. Вот. Видок. Что такое? Вот балкончики. Балконы. Ну так вот люди здесь жили. Ну, здесь акустика такая. Сейчас покажу тебя, Галя, твоей маме, чтобы у нее сердечко затрепетало. Мама бойся называть. Да, и Галя покажи маме. Да. Флорида, Ялта. От Чуфут-Кале. Специальный привет. От Чуфут-Кале. Под надежной защитой. Да. Ну, надо в ту еще пойти, там попеть. В той комнате попоем, сейчас пойдем. Красиво. Да. Это маленькая, а там большая. Там по-другому звук идет тоже. Вот у нас цветочки. Наша. Ноябрьская. Пейзажи. Да, красиво. Да, не взглянешь, везде красиво. К обрывам не подходить. Предупреждают нас. Вот они, строения древние. Вырубленные в скалах. Прям большие-большие пространства. Вот на базе этих пещер. Сейчас детки выйдут, и мы туда зайдем. Понял, как сюда забираться. Сейчас мы зайдем на ворота. И очень даже здесь нехорошо. Ой, закат такой шикарный. Вот они. Царские врата. Хорошо. Сейчас нас будут уже, наверное, эти, простите, охранники уходить. О, отсюда еще лучше видно. И сюда. Вот. Еще лучше все видно. Шикарно, шикарно. Вот, и море садится. Ой, пардон, солнце садится. Прямо в Севастополь ныряет. Красиво у них в Севастополе закаты такие. Зато в Ялте рассветы. Ловим, ловим солнышко в руках. Ловим кадры, 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 кадры. Все снимают, все быстренько свои фотики настроили. Ольга ползет быстрее, успевай, успевай. Ну, конечно, надо же снять такую красоту. Давай, давай, все в ладошки, все берем в ладошки.
Да, в руках. Аккуратней здесь. Да, на плечо-то зачем? Да, вон Володя снизу, мы сверху. Так, каждый снимает друг за другом. Все такие. Облака какие! Ой-ой-ой, вот это да. Так, ловим момент последний. Облака. Слушай, а вон смотри, золотом покрытые они прямо, да? Давай, давай, на тебя смотрим, да. Вон они. Снизу. Снизу тоже видно хорошо. Галя. Собираемся домой. Красиво. Да. А смотри, какой закат. Не перестаю удивляться. Последние лучи. Здесь каждое дерево исполняет желание. Нет, да. Не специальное. Нет, нет, оно не специальное. Они все здесь такие. Нет желания. Это возле мавзолея дочери золотоордынского хана. И вот сейчас мы по очереди будем подходить, загадывать желание. И все исполнится. Все, все продумала. Ольга. Вот тут обняла, как родненького. Коля мне кольцо нашел. Здесь древнее, не знаю, лет 300 ему, наверное, как минимум. Не знаю, по-моему, этим кольцом лошадей приковывали. Ну, неважно, меня приковал, это однозначно. И вот у мавзолея это дерево, сколько ему лет, не знаю, но все подходят, загадывают желания. Все, что связано с любовью, с семьей, с любимыми и с желаниями получить любимых.